Приветствую, сегодня небольшая распаковка на три посылки. Начну с маленькой рецепты. Вот. Я там в одной удочка и на комарнике. Вот, а в третьей я, честно говоря, не помню. Во, так запаковано хорошо. Что это такое? Что-то полезное. А, это для кемпинга. Типа щипцов или как это называется. Ссылку дам в описании. Это вот котелок, братья, из костра. Удобная вещь. Не знаю, зачем тут столько дырок. Зачем это приспособление. Ну, наверное, зачем-то нужно. Так, ну, значит, с этим разобрался. Тут на комарнике я такие уже показывал, заказывал. Вот они. Я уже ходил с таким. Вещь удобная. Пивается на голову. Вот в таком виде. Даже не буду дальше показывать. И удочка. Вот. Удочка. Я ее давно взял. Пойду собираюсь в субботу в лес с ночевкой. Ну и там хочу около какой-нибудь речушки. Ладно, или там еще искать. Там остановиться, порыбалить немножко. Посмотрим, что получится. Вот она запакована мощно. Столько с китайским воздухом, так его называют. Вот он. Реально, она очень хорошо запакована. Даже если не знаешь, что там удочка, не догадаешься. Открывали ножницы, обычными детскими, и хватает. Так. Моя катушка. Та удочка. Ссылку дам в описании. Что-то какая-то легкая, очень легкая. Они ее туда. Чем они туда зачипнули? Надеюсь, она с комплектующим. Так, вот она. Она в отдельном конвертике лежит. Сейчас посмотрю, что у нас тут на катушке. А катушка без лески. Нет ни лески, ни крючков. Ну что ж, это, я думаю, не проблема. Возьму с собой. Так, как она тут открывается? Так, раз. А это она закрыта. Вот откроет. О! Вот у нее хороший. Да, вполне. Тут тоже. А, вот блокиратор. В одну сторону. Да, просто блокиратор. В принципе, тут больше показывать нечего. Так, обычная удочка. Здесь тоже зачем-то пимпочка. А, она снимается. Не буду снимать. Да, вот, складывается. Чтобы меньше места занимало. Ну да, в принципе. Раз, я сложил. Сложил. О. Так можно и сделать. Все. Сейчас удочку открою. Скажу, какая длина. А, тут даже она. Это специальный чехольчик. На кнопочку. Так. Снимаем. Так. Вот она. Но она не длинная, в принципе. Вот. Скажу, сколько. 1,5 метра. Да, это максимальная длина. Узкая, очень легкая. Так, этот. Так, забираем. Что там вставляется-то? О, все. Вставил.
катушку. И все. Ну, вот сейчас я... Тут стоит там предохранитель. Сейчас я... Вот. И поехали. Вот такая вот она. Сейчас пойду вроде в магазин рыбаков, куплю, причем дал им. Надеюсь, порыбалю. Все, на этом выпуск закончен. Кому интересно, ну где-то 600 рублей что ли стоило. Ну, видно, крепкая. У меня до этого была удочка, я боялся ее даже менять.